Кабель стыдно записывать эти видосы, но нам пофиг, мы будем записывать дальше. 14.08, какое там, 23 сентября. Евкаки попросил видосы заснять о том, как я буду переставлять шкаф. А я забыл с самого начала включить, я уже часть хлама перенес в другую часть комнаты. Так, полностью этот шкаф надо освободить и перетаскивать его будем во вторую комнату, вот сюда. Еще только пол шкафа разгреб, а зал уже захламлен. Я иной раз задумываюсь, нахрена мне столько хлама? Нахрена я все это храню? Но я чувствую, что я близок к расхламлению. Так сказать, все ближе и ближе к дехламификации. Так, я снова забыл вести запись. Что, 17.34, где полтора часа назад все вытащил из шкафа, протер его от пыли, чтобы не тащить грязным. Зал при этом просто завален. Реально уже все. У меня желание все это взять и повыкидывать. Ужас просто. Как же я захламился. Минутка, пока Евкаки притворяется экспертом, делает тут какие-то замеры без линейки. Чё, я тебе сказал, ты посмотри, там рычаг сломанный. Привет всем. Как явно не в настроении. Работать заставили в столь светлый осенний день, когда хочется полежать, похандрить. А здесь, видишь, обломана эта ручка, которая реверс переключает, вот она. Поэтому я сказал тебе принеси свой. А херня, которая дыры делает в стенах, она мне в любом случае нужна. И вот смотрите, это лицо недовольное. Лишь бы не работать, а? Лишь бы не работать. Вот лентяй, а? Так. Шкафчик. Что, пошли за печеньками тогда сначала сходим? Какие ты мне рожи свои сверлишь просто. Слишком много свидетелей, чтобы я осуществил свой план. Пошли печенье возьмем. Сходили в магаз, купили бутылку. Евкаки, покажи. Лайфхак от Евкакия. Максон рулит. Ты сейчас разгазируешь, сок разгазируешь. Поставь и замерим. Не так. Положи и замерим. Я не могу, она катится. А ты держи, чтобы не катилась. Держи. Тебя держу подручными средствами. Ну, видишь, почти ровно, ну, блядь. Вот как я нахуй могу, блядь, использовать эту хуйню вместо уровня, блядь? Ну, вешал Максон, поэтому на него все спишем. Да, Максон, примешь у себя вину? А сейчас, блядь, Виктор сюда нахуй засунул, он будет ровно. Короче, сейчас найдем, чем отмерить. А, погоди, у меня эти уравиночки остались. Чего? Пойдем покажу. Уравиночки, я сегодня нашел их. А где вторая? Вторую не могу найти. Короче, вот. Какие? Только не грузи. Что это, блядь, цилиндр. И он тоже кем нахуй будет делать? Пошли замерять. Евкаки, мы с тобой мастера на все руки. Не срыблять. Криво нахуй, видишь? Ну, почти ровно. Почти ровно. А тут что такое у меня есть лежит? А вот так посмотри, так криво, так криво. И я, если вот так вот. Криво же, да? Мастер. Короче, я думаю, мы справимся. И посмотри, на камеру он, блядь, решил мне. Камера была отключена. Блядь. Камера была отключена. Я включил после того, как ты я начал ойкать. Пол вечера нахуй. Топчу его грязный пол, блядь. А он мне потом уже под конец. Нижние надо было, нижние, а не под твой компактный размер. Я сейчас нахуй свои, блядь, обои буду. Нижние, они компактные. Они а удобные. Я, блядь, хочу большие. Какие. Вся суть. Держи камеру, я тебе покажу чудеса мы техники. Мы сегодня купили такие вкусняшки, ребятки. Ой, бля. Смотри. Печеньки Орео. Пиздец, мы шикуем. Шикуем жесть. Взяли шерсть и печеньки. Чай еще нахерачим. Для полноты картины. Не греет, нахуй.
И в кабинет. А ты за свет платил вообще, нет? Ты будешь платить за свет. Я-то что буду платить? Мы пьем швепс. Швепс, окей, швепс так швепс. Я сегодня, короче, щедрый. И в как я сахаром угощу. И в как я чай с сахаром покажу. В лоб упал его сахар, но... И в как я... Я хочу... И давай-ка я нахуй, я подержу все это, ему и нахуй стакан мне. А ты сволочь. Ой, блядь, бараш нахуй из смешариков, а ты ля какой. Ленская территориальная избирательная комиссия, между прочим, вот так вот. А нет, прикрывать не надо. Все нормально, там все, все цивильно. Избиркомовская кружка. Так, или ты из стакана будешь. Стакан тебе пойдет? Еще банки мне, блядь, предложи. Из банки швепс пей. Ну, за какую ставь, только, блядь, сполосни его. Я же сполосну. А ну, пойдем, нахуй, посмотрим, что можно пиздануть у него. Евгений! Да ладно, че, один разок. Мне, кстати, уже давно, блядь, понравились уебаные, блядь, наушники. Мы сейчас их, нахуй, спрячем куда-нибудь вот сюда вот. Сюда вот, и все. Не знаю, видно, не видно, но я, короче, это сделал. Это было шикарно. Ебать, шмакодявкин улыбать. Хуйня, чтобы спать. Че у него есть? Очочки. Дилетант. Че еще у него есть? У него есть кассеты. У него есть копилка, которую он мне намеревается отдать. А я ему говорю, когда бабки там будут, только тогда нахуй заберу. Что вот. Ты там уже понастивал? А ничего не. Ой, трусишки. Не трусы, а мини-шорты. Ой-ой-ой, блядь. Мини-шортяманты. Заставил меня, блядь, принести, сука, перфоратор, ой, блядь, там, сумку. Там перфоратор. И там, блядь, шуруповерт. Перфораторчик там, блядь. Еле весит. Ой. Вот, блядь. Вот я тебе сказал, нормальные ботинки купить. Надо просто под ноги смотреть, когда ходишь. Они мне как раз. Возьмите нормальные, возьми раз... под твой размер там лежат. Вот, даже, блядь, и не жмут. Красота. Там под твой размер есть шлепки, возьми. Да, и мне эти нравятся. На, я буду наливать, ты и стаканы мне помыл. Да, вот, я... бери любой. Ага. Элитный синенький. Я хочу вот с цианидом. Как я опять по работе звонят. Алло, да. Итак, Евкакий. Мы с тобой два умных челика. Один. Два. Один. Ты смотри, сейчас приподнимаем, тут тоже придерживай. Мы сейчас ее приподнимаем и туда снимаем. О. Все. Моя любимая. Ебать, копать улыбать. Так, мы ее, смотри, что делаем. Давай кровать, наверное, или что? Да, погибать, если ее куда хочешь. Ты осторожней там, по мне еще. Вот так вот. Охуя. За хлебом. Любишь хлеб? Нет. Делаем ба! Да? Туда понежнее. Там... Понежнее знаешь? Знаю. Вот. Вот и молчи. Познаешь. Заставил, блядь, меня с собой взять шарповерт. Есть линейка? Линейка? Есть этот, измеритель. Двухметровый. Оттяни вот эту пипирку. Я сейчас тебя нахуй натяну, блядь, оттяну и заверну. Не надо так, Евкакий, потолки неровные. Клянусь твоей честью, потолки неровные, Евкакий. Нихуя у тебя кривые потолки. Я же только сказал, что потолки неровные. Вот этот кабель-канал, а что с ней еще делать? Блять, поставить на пол. Нахрена? А на полу хорошо стоит. Она... Не, херня полная. Она. А, поверь, смотри, кабель-канал вот эти, они были по уровню выставлены. Ну, блядь. А, да. Ну, давай проверим, где эта пипирка да, была. Что, мы, получается, на. Ничком в это на, это ультра-оружие современное. Мы, получается, под него, да, будем херачить. Ну не прям плотничком, но чуть-чуть от него. Вот сантиметра 4 от него, дать, смотри. Да, ну да. Все, Кай. Теперь сделаем следующее. Ты сейчас вот эту вот наших любимых пописиков ставишь туда.
Мы с тобой берем вот эту... Этот большой шкаф. Кафину. Я беру свой волшебный палькин маркер. Может, давай карандашом лучше, нахера я маркером? Ты что? Карандашом сейчас сделаем, его стереть потом можно будет. Это намек, что тебе не нравится мой маркер? Очень не нравится. Блин, нахуй за карандашом тогда. Бегом! Барашка. Сейчас кто-то там дозвездится. Ха, я звезда! А где карандаш-то? Я ж его сюда ложил. Итаги, ты не брал его? Не. Точно? Да. Издевается еще, блядь. Короче, какой-то из этих карандашей, он очень миленький. Я тебя просил два брать или один? Ты меня просил взять карандаш. Какой из них выбили? Нормальный, более-менее. Все. И не трави душу. Ух, Евкай. Покоснивый ты человек. Смотри, что мы сейчас с тобой делаем. Мы сейчас вот эту штуку поднимаем, прислоняем, ты ее придавливаешь, а я залазю так. Есть идея получше. Вот эти пиздюлинки, они откручиваются. Мы можем их открутить. Или монтажным скотчем сейчас так вот сделать. И отмерить там, монтажный скотч прихерачить. Идея же, могешь? Или ты не понял, что я имею в виду? Так, а куда скотч-то? Нет, блядь, у меня больше друга. Короче, морального скотча нету. Есть. А моральный. Следующий раз ты знаешь, что делать, нахуй. Вот тебе, блядь, карандаш. Вот я предлагаю, что сделать. Вот, вот. Берем. Доставай свой чудо-маркер. Нету у меня маркера. Доставай маркер. Я отказался от моих... Я отказался маркером по стене хреначить, а не по шкафу, а не по скотчу. Доставай маркер. Жирош такой обиженный скотчем. Ух, брать. Аренда, однако, дорогая маркера. Я говорю, такая... там говорю, пиздец. Виу, что-то там. Снимай. Берем маркер, нахреначиваем его на петличке. Смотри, поднеси ближе. Не меня ближе, а то, что я делаю. Короче, вот так вот нахреначим. И здесь тоже. И теперь, когда у нас есть возможность наглядно увидеть, как оно должно выглядеть, твой сраный маркер, кстати, меня изговнякал. Так. Сейчас, секунду. Ну это могёт он. Ой, не знаю, что он хочет, но явно, что он рукопоп. Рукопоп же есть. Вот это вот он. У меня где-то старый видос был, где мы с одногруппником не смогли найти циркуль. Вместо циркуля всякие крышечки использовали. Как забавно. Это мне напоминает сейчас, как мы тогда без циркуля мучились. И теперь берем. Вот оно у нас есть. Следы? Да, не вопрос, да, конечно. И теперь остается только по уровню ее выровнять, все. А то, что ты коротышка, это ничего, да? Бери стул. Не. И отменяй вон. Я оператор. Оператор. Вон у тебя стул, вот ты вот сам и делай. Я держу ее, а ты регулируй по наклону. Ты ее регулируй по уровню вот этого, как для вот этого вот. Ты уверен, что он ровно стоит? Ну, тебе остается только поднять ножку и встать на стульчик. Ёперный ты, Евкать, я тебе... Эксплуатант хренов. Уж как говорится, получало. Рыбку съесть и сесть, да? А хуй тебе, понял? Сволочь, охрана цензурная. Давай, сверли. Тебе? Давай, пока скотч не прилип, просверли. Ты пока что еще мой друг, я не могу тебя сверлить. Евкать! Сейчас скотч прилипнет, хрен потом отделем, давай. Ровно, не ровно. 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 Ровно, не ровно. Где шуруповерт твой?
Сверло где? Я тебе когда-нибудь не знаю, что с тобой сделаю. Надеюсь, мне за это ай-яй-яй не будет. Крути его, крути. Какая моська, а? Какая моська, ух, какая. Ретроградный Меркурий, блядь. Блядь. Почему ретроград? Не вкати, бабочки! Сволы! У меня бока чувствительные! Рви! Рви как! На пол не бросай, сразу в мусорку неси! Не мусорь меня тут! Беги! Да ты беги, говорю, беги, кому сказал! Пригласил он меня, блядь, помочь ему! Я, блядь, командир так-то, нахуй! Пиздец, а. Ты посмотри, блядь, насколько вот этот вот выступает. Я специально вот так сделал на случай, если будет микрорасхождение. Ну, конечно, никто ни о чем не говорит. Конечно, специально, Витя. Сволочь. Так. А если долго-долго-долго издеваться над Викторией? Сейчас чуть... Сейчас полетели куда-нибудь. В космос или в Африку. В Африку. Мы подняли, ты поднял, я поднял. Ты у себя там попадаешь. Сначала у себя попади. Ниже, ниже. Я сейчас тебя как книжную книгу. О, княгиня, я попал. Ай. Ты не попал. Вот для этого я и сделал. Ну попал ты. Держи. Тебя? И все, держи. Давай. Теперь сам такой. УЕФА? СУЕФА? Ты считаешь? А если долго-долго-долго? Долго падает. Вроде бы красиво даже получилось. Как может получиться некрасиво? Встань на стул и посмотри, что получилось. Я и так все вижу. Что, ты опять намекаешь, что я коротышка? Я намекаю, что ты... Ну. Берем нашу золотинку. Сейчас и в карте будет выгребать. За кривизну, потому что я отсюда вижу, что криво поставили. Что это за херня? Ты крутил. Ты мерил. Ну давай свой вариант предложи. Поздно. Максон, не желаешь вернуться? Еще раз прикрутить шкаф, а? Ну и как тебе твоя идея? Ну, немножко недоработанная, немножко можно улучшить ее. Это называется рукопопия на уровне враждебности. Уебности. Ну, перекос незначительный, по-моему. Мы продолжаем КВН. От КВН на пакетах. Да, с этой стороны держу, правильно? Да, ты вот с этой, да. Ту не надо, она там сама на этом. Вот так вот стоять. Так, держишь? Да. Правильно, держи нахуй. По-братски же есть держать. Она эту фразу по-братски. Фу, блядь, ненавижу эту фразу. Вот нахуй ты мне ее, блядь, напомнил. Все, нахуй, не говори, заткнись. Таксиста тогда... Все, Витя, нахуй, хорош, прекращай. Прекращай странять хуйней. Нихуя. Ну ладно, тогда вот так вот сейчас сделаем. Нихуя. Не себе и ладно. Да? Не себе и не тебе, потому что и винегрет. И винегрет, и винегрет. Нихуя, Витя. Так, что мы делаем? Поднимаем мы с тобой выше. О, нихуя, Виктор. Вот так, так, выше, так, да? Вот так вот оставляй. Блядь, ты, сука. Страшно. Да тут, блядь, неудобно, а не страшно. Давай ты стол притащу сюда. Ничего мне не надо нахуй тащить. Хочешь притащить, притащи. Опускай.
Мы, кажется, чуть-чуть перекосик сделали. Маленько, да. Сейчас я это выровняю. Смотри, короче, видишь, что есть царапинка? Она должна быть, короче, чуть-чуть не догоняться. Все, смотри. Где моя... Где мой мегауровень? Не катится. А все равно. Я равнял по верхнему, по вот этому. Слышишь, вот иди сюда. Ну-ка, на этот, на кабель-канал сейчас поставим. Вот сюда подойди к стене и посмотри по верхнему. Раз ты говоришь, они ведь по уровню сделаны, я по нему выровню. Может, стену перекосило за это? Ну то перекос вообще в другую сторону. Смотри, здесь пузырик влево, а в шкафу пузырик вправо идет. Ведь, ну, похоже, шкаф кривый. На шкаф вид кривого. Смотрится ровно. На вид смотрится ровно. Меня устраивает. А ты живи с этим. Ох, мразь. А что, подтягивай? Да ладно, хренски. Пошли. Ну, смотрится-то он ровно. Смотрится ровно, да? Все. Видимо, эти скривившиеся, ты только до конца его не закручивай. Я сейчас тебя закручу до конца. Скривившиеся кабель-каналы, они, короче, создают иллюзию ровности. Все. Собирай тапки. Все тут. Это тоже мои, и по размеру, которые до меня. Так, все, мы с тобой перевешали, теперь мы с тобой вот эту вот дичь перетаскиваем сюда. Да. Только дверцы придерживай, чтобы они... У меня есть маленькая смущалка. Такая. Мы когда будем заносить, может кровать мешать. Да? Да. То есть как мы это будем решать? Решать мы будем твоими... Мозгами? Носками, которые лежат на тумбочке. Ну полка просто давай открываться, там же мои носки. Зато чистые все, постиранные. Давай. Никакого свинарника. В холостяцкой хатке. О, стоп, кабель. Кабель? Не кабель, а этот. ИБП-шечка. Хорошенько. От ИБП-шел ИБП-шник. Ой, в какие. От ну, аккумулятивных снарядов до кумулятивных снарядов. Да, бобром это не кончится. Осторожно, пластиковые ножки. Эх, очень и ручки, ручки, и ножки, и ручки, и пузико. Пузико не трогаем. Нет, жигурхня! Вот так вот. Более-менее. Вивкакий! Сумочка не влазит. Похую. Сволочь. Витькакий. Буква Ю. Витькакий. А Витькакий. 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 Я себе такую кличку не хотел. Ты себя сам Вивкакием назвал. Витькакий. Нифига. Я Витёк. Витёк, молодца кусок. Говница кусок. Сволочь. Скажи, тут чирка всадить. А чиркашил. Черкаш шушек. Так, батарейка заканчивается. Я беру полегче, ты берешь потяжелее. Мы сначала берем. Нет, ты берешь один и тащишь нахуй втроем. Вот смотри-ка, мразота. Я, короче, прикасаюсь слегка к этому аппарату, и в итоге... Все дисконнектит. Все поотключалось. Почему? Знаешь, почему? Может, руки у тебя откуда? Правильно. Сейчас у тебя вот это вот будет оттуда же, откуда ты предполагаешь, что у меня руки. Что? А за что пин-код скажешь? Какой тебе нахрен пин-код? Так, ты там не смотри ничего. У меня уже смс-ки уже падают о том, что списано со счета, списано со счета. Не беси! Так. Камерка вроде бы выставлена нормально. Ой, блядь. Нет, заходи туда в коридор. Ты уверен, что в коридор? Блядь, нет, блядь. Мы там-то его не развернем. Спали. А в зале можем развернуть. Тогда надо было там ее будет разворачивать. Тогда сейчас ее... Обратно? Сейчас, погоди, дай соображу. Соображу, сажу. Просто смотри, ведь я думаю, что... Я думаю, что я сейчас диван сложу. Я думаю, я сейчас тебя нахуй сложу, блядь. В диван, блядь.
Надо мне из мер диван делать. Смотри, как батька завещал. Учишь у батьки. Короче, мы слегка обосрались в расчетах. Не мы. Мы. Нет. Да, ты. Мы. Ты. А у меня что, камерка подвисает, прикинь. Так, стоп. У меня какого-то хрена видео стало подвисать. Камере стыдно записывать эти видосы. Но нам пофиг, мы будем записывать дальше. Давай, Витька, давай побыстрее. Да. Короче, что запишется, то запишется. Смотри. Я сейчас захожу сюда. Но. Вот сюда вот. Ты заносишь свой угол. Вот сюда нахайбать. Вот сюда вот заносишь. Но. И потом я разворачиваюсь и выхожу. Выхожу до конца, докуда смогу, что тебе хватило давай. Зайти. И там уже с тобой решим. Нет, нахуй, я выйду туда в коридор. Давай, вот подожди. Заходи, 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 нахуй, не бойся. Ты перерыв? Дорога красная. Ты меня, блядь, она, сука, с рождения, нахуй. Я краснолицый, блядь, я индеец, нахуй. Охлади, индеец. Питарюга, я буду, сука... Успокойся, успокойся. Убить мы его всегда успеем. Сука, вообще надо было тебя... Я сейчас тебе, нахуй, все провода, блядь, перекусаю, нахуй. Вообще надо было тебя ФКК, блядь, заставить, чтобы ты еще убирался у меня здесь. Хлам мой разгребал. Ой, ой, блядь, с этого дня нахуй. Как говорится, блядь. Что, тарифы? Тарифы? Тарифы, блядь, санкции нахуй. Санкции дружеские, да? Не дружеские, блядь. Ой, блядь, как, какой злой. Лишь бы санкциями обоссать человека. Закидать. А камеру настроить, это, между прочим, наука. Это не хухры-мухры, это, блядь, не так-то легко дается. Снимаешь мои ноги, блядь. Иди нахуй, чечок крутит, блядь, что ли? Ой, Евкаки, ой, Евкаки. Ой, блядь. Евкаки, я Витькаки, блядь. Погнули. Я себе это имя не выбирал, ты себе сам выбрал Евкаки. Подписчики! Витькаки! Себе сам выбрал, что ты Евкаки. Витькаки. А он как псишку убирается, он больно. Больно? Сиську? Сиськи, сука, как у Памелы, нахуй. Ты, по-моему, веселишься с этого, а не страдаешь. А ты должен страдать. А? Руки, ноги. Блядство, ебатство, я сейчас тебя скину. Чё, ну ты сказал руки, ноги, я думал, перерыв. Я, оказывается, не перерыв. Я думал, ты перерыв захотел. Заноси! Ничего себе! Стой, Евкак, не к стене, не к стене, к кровати. Смотри, здесь шурупчик надо вкрутить. Здесь маленький шурупик. У меня есть, сука, молоток. Сейчас тебя ноги разбей, ломай. Я серьезно? Где он, блядь? Вот. Где этот Витя, нахуй? Нету у меня, блядь. Сейчас достану. Сейчас тебя, блядь, достану, сука. Бля, что как-то тесно становится в комнате. Интересно, бля. Интересно. Так, жизнь скучна, пока Евкакия домашнего нет. Мне нужен домашний Евкакий. Я очень злой. Что было, как покемона можно было, достать в любой момент. Ретроградный Меркурий, блядь. Что за слово такое ретроградный? Ретроградный, блядь, Сатурн, сука. А что, придется на видос 18+ поставить? 19, блядь! И как, и не матерись! Мир людям, псих! Нас же детки смотрят! Там что-то выкрутилось. Нет, это не выкрутилось, это штырь торчит для полочки. Мне так хотелось тебя пнуть, блядь, но остановило только, что ты делал еще пока. Тариф еще не закончился, у меня продление. Мы к стене или просто посередине? Сначала до окна, потом к стене. Не до конца к стене пока. Сейчас. Я сейчас все здесь поднимаю ее. Это давай. Погоди.
Ты смотри, что там шторка нормальная. Да, от шторы, наверное, отказываться буду, наверное. А хотя, слушай, ну, по-моему, когда я от шторки откажусь, нормально, будет идеалити. Я закончил. Бля, погоди, что места много здесь, может, перенесем? Тебя, блядь, куда? Сейчас, погоди, дай сообразить. Же есть. Блядь, ты какую рожу делаешь? Как же есть же, да? На тебя надо чуть-чуть. Жиши. То есть, видишь, на дверь будет давление. От стены, сначала от стены, потом на тебя чуть-чуть. Все, теперь на стену. Лезем на стену. Так. Все. Я выполнил ваше желание, сударь. Слушай, а если этот шкаф, блядь, сюда поставить? А если тебя, блядь, в окно нахуй будешь вынуть, блядь? Ну это будет жестоко. Ну, тогда вот эта вот хуйня тут тоже будет. Дай-ка. А нахуй свежим взглядом. Сейчас еще, если подписчики возмутятся, скажут, что херня. Блядь, Фофан поставлю, он, блядь, своим свежим взглядом точно, блядь, ничего не будет переделывать. Сейчас, если подписчики возмущаться будут, на следующей неделе в Каги переделаем все. Ребят, давайте не надо, а. Так. Не, ну, в принципе, ничего так. Ну, просто я не знаю. Просто непривычно, наверное. Сейчас привыкну еще пару дней. Просто реально, Евкаки, смотри, вот ту тумбочку сюда в проходе поставить, она же не будет мешать? Нет. Нет, в смысле, не будем ставить или нет, в смысле, не будем? Нет, я с тобой согласен. Но если она будет мешать, поставим обратно. Блять. Иди, тарелочка! Тарелочка. Так. Она тут хорошо стоит, видишь. Думаешь, что нормально? Блять, что-то надо прям... Поставил ноутбук, вот это вот, это вот, жухи-мухи вот так вот сделал, то он такой, пойду посру. И пошел посрал. Но там же ноги никуда не вставишь. Блять, я, знаешь, где, во, бля. Че ты? Короче, этим ты займешься без меня. Ой, Евкаки, такой ты Евкаки, а? Я с тебя я просто... Я просто нахуй делаю, смотрю и уебываю инзибита на. В смысле, че, пешком что ли собираешься идти? На индрайвере, блять. Правильно, конечно. Да, это Тасси, наше местное Тасси. Тасси. Наша Тассишка. Набор. Вот это все, да, можно забрать? Нет, не все. Присмотрел тут Евкакуля вот эту вот штуку. Он говорит, забирай, Евкаки, нахуй мне это ничего не надо. Типа, блядь, братан, для тебя ничего не жалко. Вот именно вот так вот и говорил, да. И говорит, бухлишка с собой прихвати, ядритом, адритом. Бухлишка, кстати, 0,7. Она у меня с весны... Так и не юзанная торчит. Истинный алкоголик так говорит. Почему? Алкожолик, алкожолик, жужжолик, жорик, алкожолик. Я что-то не то ввел. Значит, я уже выдохся нахрен. Время вот столько, 22-28. Ну что не фокусируешься? Все в бардаке. Я уже конкретно так подустал. Столик это решил сюда приделать. Удлинитель теперь намертво. Что не может не радовать. За перфоратор спасибо Евкакию. Завтра он его заберет. Ну, я сейчас все стаскаю сюда, весь хлам. Разгребать уже буду завтра. Уже 27 сентября. Я, блин, просто не могу это поверить. Я, блин, просто не могу в это поверить. Столько хлама. Это все надо разгребсти. Часть выкинуть. А все жалко. Бля, никакого хлама же до слез жалко. Коробки я поскладую в подвал. Завтра уже вынесу. Тут комнатка уже преобразилась, уже почище стала. Часть хлама, который не хлам, типа, например, этой вешалки или измерителя давления там для колес, там прикуриватель с USB портами, родителям отдам. Часть выкину, часть законсервирую куда-нибудь.
Я что-то уже подустал прям конкретно так. Ну зато хоть пройду в квартире дехламификацию. Да в чистоте поживу немного. Фу. Еле разгреб эту кучу. Остались небольшие остатки. Завтра уже все раскомпоную. А сейчас дрыхать. Так. Куча уже разгребана. И все коробки уже повыносил в подвал. Все, наконец-то у меня почище стало. Там еще наверху тоже часть разгреб. Но остальное там еще относительно нужное. Пока что оставил. Завтра мне предстоит тяжелый день. Буду картриджи чистить. Так. А, комнату-то не показал еще. Комната теперь вот так выглядит. Теперь гость может прийти и поспать в спокойной, чистой, уютной атмосфере. И в шкафу тоже много лишнего хлама убрал. Потому что нафиг оно надо. Охренеть. 6 здоровенных пакетов со всяким хламом, бардаком было перенесено в подвал. Плюс еще один здоровенный пакет на помойку. Реально комната преобразилась, стала приятнее, гостеприимнее, чище. Сейчас еще полы помою во всей квартире. Сам помоюсь, да дрыхать пойду. А сегодня все. А, еще забыл сказать, что завтра тот уголок еще разгребу с проводами со всякими. Ибо много всяких проводочков. Тут надо тоже порядок навести. Это телепирамидки.